Самара не только крупный промышленный центр страны, но и город с богатой историей. Гости из Киргизии отметили богатый туристический потенциал. Признаются, знают о городе на Волге не понаслышке. Прошедший чемпионат мира по футболу позволил Самаре заявить о себе как о современном городе европейского уровня. Раньше закрытый город был, поэтому мы не имели много информации. А сейчас поедешь по городу, очень приятно, что это уже такой современный, быстрорастущий, можно сказать, европейский город. Глава Самары Елена Лапушкина предложила сотрудничество и в сфере культуры. Нам бы тоже хотелось обсудить в том числе и возможность культурного обмена. У нас в Самаре есть замечательный театр, замечательные труппы, которые бы нам хотелось похвастаться. Но со своей стороны, конечно, мы готовы принять на своей территории и ваши коллективы, потому что обмен культурными традициями, я считаю, тоже крайне важен. Посол Киргизской республики предложил обменяться и бизнес-миссиями. Руководитель профильного городского департамента пригласил делегацию принять участие в крупных бизнес-форумах, которые пройдут в Самаре в следующем году. Также на встрече стороны договорились обменяться предложениями по реализации совместных инвестиционных проектов. Участники делегации из Киргизской республики признались, были приятно удивлены гостеприимством. Полномочный посол предложил Самаре стать городом-побратимом столицы его страны. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События.